Приветствую, дорогие друзья! Согласно недавнему опросу, около 7% жителей Бразилии уверены, что Земля является плоской. Примерно 11 миллионов людей осознанно отвергают факт того, что наша планета имеет форму шара. Застройщик Орландо Фергюсон, который проживал в Южной Дакоте в 1893 году, изобразил карту плоской планеты, которая вобрала в себя научные и библейские знания. Тогда мужчина считал, что наша планета – это голубая прямоугольная плита с различными углублениями. Идеолог и экс-астролог Олаво де Карвальо заявил, что никогда не признает выводы ученых. В Бразилии множество людей скрытно ведут переписку и состоят в различных сектах, которые посвящены плоскости планеты. Все доказательства ученых расцениваются как заговор. В качестве доводов плоской Земли группы лиц интересуются, почему при скорости вращения 1700 км в час на экваторе все не взлетает и почему с самолета не видна кривая сферы. Сторонникам плоской планеты нет смысла что-либо доказывать, так как они знают устройство планеты лучше других. У нас много работы. Итак, Земля плоская, дьявол среди нас, солнце взбеленилось. Это все, что нам известно.